Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить». Короткая панорама рязанских событий, которые сегодня привлекли внимание наших авторов. Коротко о главных темах этого четверга. Будем строить. Депутаты Гордумы обсудили план застройки микрорайона в Дашковой Песочне. Народ за пруды. Горожане готовы вместе с властями заняться облагораживанием рязанских прудов. То ли запретили, то ли не запретили. Рязанские заведения, где незаконно разливали алкоголь, похоже, хорошо себя чувствуют. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня начал работу брюссельский саммит глав государств Евросоюза. Начальство будет обсуждать в том числе и вопрос, как же добропорядочным странам Старого Света наказать зловещую и агрессивную Россию. Вина нашей страны в том, что чуть ли не все крымчане пожелали в ней жить, а мы согласились и приняли республику, а также Севастополь в состав страны. То есть, было бы правильно, извините, плюнуть на мнение тысяч и тысяч людей и отказать им в возвращении на родину. Но это большая политика, и кто там диктует волю партнерам или своим европодчиненным, назовите как хотите, всем известно. Только и разговоров сейчас, что о санкциях против России. Наш народ на это дело отреагировал с обычным юмором. Так, на дверях некоторых магазинов появились объявления вот такого содержания. Так что, если приедут к нам заокеанские политики, то метку домой прикупить они смогут, похоже, не везде. Да и прочих товаров варварской России может и не достаться. Так что пусть берут за сотню долларов, как все, шлем Будионовку на Арбате, да и хватит. Кстати, издание «Коммерсант» приводит слова эксперта Евросовета по международным отношениям Бена Джуды. Сейчас ни у кого нет желания делать резкие шаги, которые могут негативно повлиять на приток денег и ресурсов из России. Ну и еще, о Крыме сейчас говорят, как о республике, где самый красивый генеральный прокурор. А это строгое кресло в республике заняла 33-летняя Наталья Поклонская. В сети появился видеофрагмент ее интервью, и все. Мир, во всяком случае, мужская его часть традиционной ориентации, безоглядно полюбил крымского прокурора. Наталью Поклонскую стали изображать в стиле японского аниме. Так вот становятся звездами. Да. Есть прокуроры, которым хочется во всем сознаться. Теперь к другим нашим насущным рязанским темам. Сегодня в столице области состоялось заседание городской думы, рассказывает наш парламентский корреспондент Глеб Галушкин. На очередном заседании Рязанской городской думы, пожалуй, самым значимым вопросом повестки дня стало решение о назначении публичных слушаний по поводу застройки территории в Дашково-Песочне, недалеко от Ледового дворца. По планам, озвученным начальником управления градостроительства и архитектуры городской администрации Натальей Харибутовой, на этом участке появится новый современный микрорайон со всей необходимой и качественной инфраструктурой. На данной территории предусмотрена комплексная застройка, предполагающая достижение нормативных показателей при строительстве микрорайона по всем разделам инфраструктуры. То есть как инфраструктуры транспортной, социальной, инфраструктуры озеленения и объектов обслуживания. По словам главы Рязани Андрея Кашаева, принятое депутатами решение выводит на новый уровень комплексное освоение территории областного центра. Безусловно, это вопрос социальной инфраструктуры, это вопрос экономической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, где эти все фрагментарные, скажем так, явления, они решаются системно, они решаются в комплексе. Я думаю, что рязанцы также поддержат этот подход, поскольку система, она всегда, когда именно системность в вопросах, она всегда лучше, нежели ее отсутствие. Еще одним важным вопросом в повестке дня стало решение о создании общественной палаты города Рязани. Согласно положению, палата будет анализировать общественное мнение по важнейшим вопросам, изучать перспективы развития города во всех сферах, выдвигать и поддерживать значимые общественные и гражданские инициативы, а также контролировать деятельность местных органов власти. Депутаты планируют, что уже к следующему заседанию, которое намечено на 10 апреля, персональный состав палаты станет известен. Сегодня в студии программы «Подробности» мы ждем главу муниципалитета, председателя Гордумы Андрея Кашаева, от которого надеемся услышать о ближайших планах и главных направлениях работы городского парламента. Между тем, рязанский народ готов работать вместе с властями и вместе идти в бой с городскими недостатками. Звучит как лозунг, но дело здесь в том, что ждать погоды у чиновного моря
люди просто не хотят. Если начальник не идет к человеку, то человек сам подтягивает к месту приложения усилий начальника. И это не конфронтация, а диалог, обещающий быть конструктивным. Тому пример ситуации с песочинскими прудами. В нашу редакцию обратились жители Шереметьево-Песочни. Причиной обращения стал Шереметьевский пруд, который последние лет, наверное, 20 никто не приводил в порядок. А ведь эта природная жемчужина является поистине уникальной в своем роде. Здесь два вида уток. Цапли водятся, андатры, щуки, рыба. Вон рыбак сидит. И зимой, и летом здесь рыбаки ловят рыбу. В прошлом году администрацией города была предпринята попытка привести берег пруда в должный вид. Но эффективность приложенных усилий, по мнению местных жителей, к сожалению, недостаточно. У нас, в частности, что сделали? Покосили траву того берега с этого берега и убрали легкий мусор. На лодках проплыли, собрали бутылки, и на этом вся работа закончилась. Тяжелый мусор, типа вот машина там утоплена у нас, потом доски, всякие платформы, там от холодильников какие-то останки. Ничего этого не вывозилось и не убиралось. С другой стороны пруда образовалась другая проблема, причем не шуточная. Практически на берегу стоят многоэтажки, а сами берега не закреплены. Каждую весну жители домов наблюдают из своих окон, как прибрежная грязь постепенно сползает в воду. И этот вопрос полтора года назад пытались решить городские власти. Работу выполнили в сроки, но и здесь вопросы остались. Это было хорошее начинание, но сделали не очень хорошо, потому что через год эта береговая линия, которую сделали, она снова стала обрушаться. И всего-то жители района мечтают о красивом виде из окна, чтобы было где самим погулять и ребятне побегать. И ведь никто не открещивается от ответственности. Люди готовы помогать, высаживать кустарники, устраивать субботники. Но добиться по-настоящему серьезного результата можно только в тесном взаимодействии с городскими властями. К ним и обращаются жители с предложением о совместной работе. Сегодня в Октябрьской прокуратуре нам рассказали, как в Рязани шла борьба с питейным заведением на Советской армии 24. Народ жаловался на, мягко говоря, неспокойную обстановку вокруг него. Как бы это место нездорового отдыха не позиционировалось в документах. Жители писали правоохранителям, что пьют рядом с заведением часто на глазах детей, что дерутся, что шумят, что прямо здесь же, ну, далее не особо литературно. Проверки подтвердили, есть нарушения, и с ними мириться нельзя. В связи с выявленными прокуратурой района нарушением действующего законодательства в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего организацию питания населения в жилом доме, расположенном по адресу улица Советской армии, дом 24 города Рязани, возбуждены дела о административных правонарушениях, предусмотренными статьей 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и частями 1, 3 и 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ну и для тех, кто не в курсе, сейчас в области продажа алкоголя разрешена только в стационарных объектах, но отнюдь не во временных модулях. То есть пивной ларек за пару часов поставить и открыть здесь наливайку нельзя. Запрещено торговать алкогольной продукцией в закусочных, буфетах, мини-кафе, мини-барах и так далее, и так далее. Расположенных во встроенных или пристроенных помещениях многоквартирных жилых домов. А вот что увидели сегодня в заведении на Советской армии, дом 24, спортбар «Олимпиец», наши корреспонденты. Комментарии излишни, особенно если посмотреть на посетителей и столы со стаканами. Похоже, крепковат здесь чаек-то. Ну и еще о незаконном предпринимательстве. Московский межрайонный следственный отдел расследовал любопытное дело по продаже практически шпионской продукции. Некий гражданин занялся бизнесом, связанным с интернет-торговлей. Дела помаленьку пошли, пока предприниматель не попал в поле зрения правоохранителей с подозрительным предложением. Интригу развивает Олеся Харлина. Примерно вот так выглядят настольные часы, главная задача которых – отнюдь не точное время, а точная передача информации. Обладатель никогда не догадается о шпионе. Кстати, необычный подарок пользовался спросом у ревнивых дам, которые дарили часы мужьям, и любопытных сотрудников, легко добывающих компромат на начальство. Данный предмет представляет собой настольные часы электронной формы. В них встроена маленькая видеокамера, а также аудиокамера. Он работает как на шум, то есть если в помещение кто-то заходит, видеокамера начинает фиксировать окружающую обстановку, также и аудиомикрофон начинает фиксировать звуки вокруг, также и на постоянный момент.
Сам электронный сайт, созданный для перепродажи товаров из Поднебесной, абсолютно легальный. По словам обвиняемого, он не знал, что использовать часы-шпион на территории России запрещено, хотя до 2007 года сам работал в правоохранительных органах. Передача картинки со звуком шла внутрь на записывающую, так скажем, флеш-карту. Далее уже, когда человек непосредственно, который ставил данное устройство, он мог подсоединить это устройство к компьютеру и все воспроизвести у себя на компьютере. На сайте AliExpress таких игрушек много, но закон очень уклончиво трактует их незаконность. К примеру, один и тот же миниатюрный диктофон, но с разной отделкой корпуса, может быть признан и легальным, и нарушающим нормы. Конкретную экспертизу, попадает ли устройство под уголовную статью, делают в одном из отделов ФСБ. Подобные технические средства вправе использовать только сотрудники спецслужб. Их перечень есть, но в формулировках сплошь специальные устройства и никаких четких признаков и характеристик. Взять хотя бы радионяню. Дареному коню, конечно, в зубы не смотрят, но иногда стоит изучить неожиданные подарки или поменьше болтать рядом с ними. Сегодня рязанские дорожные полицейские провели рейд по тонировке. Дело привычное, однако вопросы темных автостекол все чаще становятся предметом дорожных скандалов. Горячие парни за рулем даже лупят битами собственные лобовые стекла, но не снимают тонировку. Привыкли, что инспекторы заняты более серьезными правонарушениями, на тонировку внимания не обращают. Ну, кто знает. О том, что разрешено и что запрещено в тонировке 2014, выясняла Оксана Тебенихина. Чем мотивируют себя автовладельцы, обтягивая стекла своего транспорта тонировочной пленкой? Кто-то считает, что если окна не затемнены, то на водителей, не прекращая, будут смотреть все остальные участники дорожного движения. А кто-то, по всей видимости, занимается бесстыдными или даже нелегальными делами. Остальным же кажется, что черная от колес до крыши машина несказанно круто выглядит. Хочется напомнить всем водителям, что светопропускаемость переднего лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. Вот. Наличие любого покрытия, любой пленки, даже самой светлой, выводит стекло из требований нормативного документа. Также хочется напомнить, что наличие всевозможных шторок, сеточек, вот. Если водитель думает, что он хитрее нас, остановился и снимает быстросъемную тонировку, а инспектор зафиксировал наличие такой тонировки, вот также является нарушением. И каких только разновидностей тонировки не придумали, дабы нажиться на наивности российской молодежи. Да все под лозунгом законности. Съемная тонировка, регулируемая тонировка, силиконовая, светопропускающая, даже двойное стекло и пик народной глупости – черные шторки. Это уже, конечно, ни в какие моральные и законодательные рамки не влезет. Господа, это банально небезопасно и не столько для самих нарушителей, сколько для порядочных граждан. И последнее. С этого понедельника областное управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России в Рязанской области проводит очередную акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Сегодня можно говорить о том, что дело пошло, первые результаты есть, но напомнить о целях акции стоит. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит ежегодно в два этапа и, как правило, показывает достаточно высокую гражданскую активность. Проведение первого этапа акции в этом году намечено с 17 по 28 марта. В управлении ФСКН России по Рязанской области, его межрайонных отделах, а также в Рязанском областном клиническом наркологическом диспансере будут действовать горячие линии по проблемам наркопреступности и наркомании. На сегодня все, а завтра мы по традиции подведем итоги уходящей недели в аналитической версии программы «Время говорить». Хорошего всем вечера и до пятницы. За шубой меховая распродажа новаторской ярмарки началась. Спешите в МКЦМ с 20 по 23 марта и покупайте шубы по низким ценам. Шубы из мехового лоскута от 11 до 18 тысяч рублей. Норковые шубы фабричного производства по цене от 69 до 98 тысяч рублей. Посмотрите, как это выгодно. Длинную норковую шубу «Белла» с капюшоном или воротником вы купите всего за 98 тысяч рублей. Хотите больших скидок на распродаже новаторской ярмарки? Пожалуйста. На мутоновые шубы и дубленки получаете скидку 10 тысяч рублей. Скидки 20 и даже 40 тысяч рублей на новаторскую норку. Так, красивая норковая шуба с английским воротником из соболя за 195 тысяч рублей со скидкой вам обойдется в 155 тысяч рублей. Гарантия на шубы до года. Кредит. Спешите за шубой на распродажу новаторской ярмарки в МКЦ с 20 по 23 марта.